как создать свой продающий контент. Большинство профессионалов спрашивают у меня этот вопрос, как его создавать, ведь столько много времени уходит, и часто проявляется прокрастинация, откладывание на потом, потому что вы не знаете, как и что создавать, о чем писать. Правило номер один. Всегда пишите о том, что интересно и важно для вашего потенциального клиента. Потенциальный клиент, который приходит к вам, у него в голове звучит один вопрос. Что в этом для меня? Какую ценность я могу получить? Какую пользу я могу отсюда взять? Что я могу взять, что даст мне какое-то новое осознание, новый взгляд, ракурс на жизнь или какую-то практическую вещь? Поэтому думайте об этом с этой точки зрения. Кстати, очень-очень рекомендую вам делать контент вперед. То есть планировать его наперед, чтобы не было так, что нужно создать сегодня контент, а у вас куча дел, и у вас нету времени на это. Приходите на мой мастер-класс по созданию контента на 365 дней. Мы с вами создадим контент, и у вас отпадет всякая проблема по созданию контента. У вас это будет занимать буквально, может быть, 10-15 минут в день, и все будет готово, и будет легко, и контент будет продвигающий, и вы сможете заниматься другими вещами. Приходите на мастер-класс.